Доброго всем дня, вечера. Пчелы работают у меня. Носят обножку. Падают тяжелые. Где-то взято крапива, подобие крапивы зацвело. А сегодня 20 сентября. 20 сентября, ребята работают. Закормил я их рано. Работают, носят. И до конца сентября у нас плюс 25, плюс 27. Так что по этим книжкам закормил я. Сейчас сердце переживает. Пади натащит всех крестоцветных. Да. Послушал Кашковского. Работаю теперь только по Кашковскому. Все это, вон они, обножка с обножкой. Желтый, с белой. Падают тяжелые пчелы. Носят. Оставил я всего 7 рамок. Вон они, на перегонки. Вон они. На перегонки таскают. Ну, то бишь, собрал уже под осень. Еще щавельной кислотой не обрабатывал. Жду морозов. Как скажет Кашковский, ждите, пускай взяток. Пускай берут взяток. Хоть он в декабре, хоть он в январе, но взяток. Ну, решил я доставить одну сушим. Тревожить я их, конечно, не буду. Сушь я им доставлю одну с краешку. Там я плохую рамку я за вставную поставил, чтобы они ее перенесли. Сейчас буду смотреть. Перенесли с краешку прям аккуратно. Ничего дымить не буду, чтобы не тревожить их. Их вообще тревожить не надо. По 1000 раз доставать, открывать. Сейчас мы по-быстрому посмотрим. Краешек открою. По-быстрому посмотрим. Сушь доставлю. Что они еще здесь? Ну, конечно, им мало. Они на этой работают, которую я им доставил. Вот я им доставлял рамку старую, плохую. Им мало рамок, мало. Послушал я старых пчеловодов, блин. Надо жить по времени. Вот она, обсиженная рамка вся, которую я доставлял, чтобы они ее перетащили. Она вся обсиженная. Вся полностью обсиженная. За заставной она у меня стоит. Вот такие дела. Не спешите. Не спешите. Значит, сейчас мы потихонечку, не тревожи их. Заставную отодвину. Заставную вообще уберу. Не нужна она здесь. Пакетик еще у меня оставался. Оса, зараза, зашла. Его надо выкинуть. Так. Заставную отодвигаю быстро. Быстро-быстро. Запрополисили их. Не тревожу. Отодвигаю ее сюда. Не отодвигаю. Убираю, наверное. Вот они начали уже на заставной работать. Вот смотрите, видите, что делается? Видите, что делается? И эта рамка, которую я ставил, она вообще полна. Полна. Я думал, они ее перенесут. Значит, сюда им поставим сейчас. Сушь поставлю. Пускай работают. Не слушайте, живите по погоде. Живите по погоде. Я послушал, но я еще молодой. Только в этом году я начал. Можно сказать, вообще ничего. Сушь я подписал, что она новая. Вот я им поставлю ее. Впереди заставной. Пускай они ее затаскивают. Вот так вот. Отрегулирую. Вот видите, обсижены все. Все рамки обсижены. Даже которую я им эту ставил. И то они ее. Обсидели всю. Даже начали соты делать на заставной. Вот это вот плохо. Вот это плохо. Послушал я старых пчеловодов. Работайте по погоде. Еще у нас до конца сентября.
плюс 25-27, и вот они носят. Все с обножкой. Все тяжеленькие. Но сейчас уже вечер. Вот возвращаются. Вот они все возвращаются. Вот такие, ребята, дела. Так что Кашковский правильно говорит. Живите по климату. Все передвинулось. Все очень передвинулось. Смотрите, 20 сентября. Они еще таскают взяток. 15 дней назад я собирал семью. За плохую рамку поставил черную. Вскрыл ее. Поставил ее за заставную, чтобы они ее перенесли. Оказалось, меньше рамка. И она сейчас вся обсиженная. Нужно доставлять сушь. Обязательно. Пускай работает. Сентябрь, октябрь хорош. Пускай работает. Кашковский сказал. В декабре будет взяток. Пускай работает. Не надо их тревожить. Вот. Учусь, так сказать. Учусь. И надо делать все самому. Пчеловодов и знакомых с опытом к вам они бегать не будут. Учитесь сами, экспериментируйте. Но я понял, семью трогать не надо. Если что-то доставить, ничего страшного, я думаю. Доставил я рамочку с сушью. Все нормально. Вот они. Осу убили чужую. Все работают. И закормил я рано. Рано закормил. Взяток еще. А мне корми. Ну, я начал только заниматься пчелами. С начала августа этого. Раек один поймал. Вот. Ну, думаю, все будет. Все пойдет. Ульи мне вот здесь подарили еще. Один. Второй. Третий там стоит. Будем продолжать весной. Ждем весну. Ждем. Вот такие у нас на сегодняшний день, на 20 сентября 2023 года, такие дела.